Бухарест, столица Румынии. Войска 2-го Украинского фронта, разгромив немцев на подступах к румынской столице, вступили в Бухарест. Тысячи горожан заполнили улицы и площади. Советские танки в Бухаресте. Позади славный боевой путь. За 11 дней от Яс и Кишинева до Бухареста уничтожены 12 германских дивизий под Кишиневом. Разгромлена группа немецких войск под Акерманом. Пробиты железные ворота у Факшан. Заняты Бузеу, Плоэшти. Население Бухареста приветствует Красную Армию. Румыны знают, что Красная Армия не стремится к захвату чужой земли. На зданиях развиваются флаги союзных держав. Немцы уверяли румын, что Красная Армия обессилена, что ее боевая техника уничтожена. Теперь румыны видят воочию, как лгали немцы. В город вступила славная советская пехота. Машинам трудно двигаться среди толпы, заполнившей улицы, отдающей дань восторга могуществу Красной Армии. Вот румынский плакат. Да здравствует маршал Сталин, гениальный полководец Красной Армии. Thank you.
советские газеты. Их здесь же на улице читают и переводят вслух. Вчера над Бухарестом безнаказанно действовала немецкая авиация. Гитлеровцы мстили румынскому народу, отказавшемуся быть пушечным мясом германского фашизма. Отступая, немцы бомбили город с воздуха. Пострадали жилые кварталы в центре города. Немецкие летчики получили специальный приказ разрушить Королевский дворец. Бомбы разорвались рядом с церковью патриарха и зданием парламента. Здание парламента повреждено. Разрушена филармония. Пострадала центральная гостиница. Вступив в Бухарест, советские войска тем самым ликвидировали немецкую угрозу с севера, столицы Румынии. Непрерывным потоком движутся через город в сторону фронта славные отныне бухарестские части Красной Армии.